Итак, ну что ж, Реру, мои маленькие любители, покушайте. Мы с вами продолжаем играть такую увлекательную игру, как Факторио. Нам нужно как-то продолжать дальше развиваться по этой теме любимой игрушечке. В частности, давайте продолжим по технологиям. Для того, чтобы дальше развиваться по ним, нам нужны зеленые колбочки. Они у нас уже изучены, и нам просто нужно их производить. А самое сложное для их производства — это электросхемы, как это ни странно. А электросхемы я не хочу производить по месту, и их нужно уже начинать производить в промышленных масштабах. Попробовать какой-то сделать комплекс, где бы эти электросхемы я смог бы производить. С этим я хотел бы провести небольшую модернизацию на базе и немножко, наверное, переделать линию. Возможно, мне это придется сделать, но сейчас посмотрим, на самом деле, как это у нас все пойдет. Займусь сейчас небольшой разметочкой. Так, как-то так у нас пойдут, получается, наши шины. Я их разбросал, а мне, скорее всего, не хватит на все это ресурсов в плане конвейеров, но пусть наши эти долбогномочки все потихоньку строят. И получается, вот на эти две линии мне нужно будет пустить конвейеры наши. Для того, чтобы их сюда пустить, нужно их начинать производить. Я думаю, вот здесь вот пространство мне этого хватит для того, чтобы это все происходилось у нас в очень хорошем режиме. А пока что я буду потихонечку начинать, давайте по технологиям идти, пусть они у нас потихонечку производятся. Ничего страшного из этого не произойдет. В отличие от ванили, здесь еще на электросхемы нам нужны, как ни странно, древесины. Буду я пытаться по памяти это все вспомнить, по памяти это все набросать. Вряд ли у меня получится это первого раза, конечно, но мы будем с вами пытаться это сделать. Здесь, получается, у нас должна идти медь. Здесь у нас, получается, должны выходить медные как раз-таки вот эти вот кабеля. И их мы должны будем собирать. Примерно как-то вот так вот у нас все это пойдет. Получается, по этому конвейеру у нас пойдут одновременно и железо, и дерево. Примерно как-то так. Получается, у нас будет выглядеть именно сама микросхема. Здесь у нас будут забираться, получается, если я все правильно понял, медные провода. А с этого конвейера, получается, у нас будет забираться дерево и железо, как я уже говорил. Пока что двумя манипуляторами, потом это количество, скорее всего, изменится. Мы сейчас просто это берем и копируем здесь до 8 штук. Все подведено, кстати, у нас уже. Все у нас даже не требует электричества. Давайте заодно мы проставим, получается, вот эту вот линию. Ресурсов у нас на все про все должно хватить. Готово. И мне нужно подготовить вывод продукции. Он будет просто элементарнейшим. Я полностью отдаю себе отчет, то, что мне нужно будет это все потом переделывать, но пока что это будет так. У нас начальные ресурсы, начальные инструменты, и ничего мы с этим не сделаем. Все, готово. Получается, мне останется сюда только подвести дерево, железо и медь. А дерево пока что мы каким-то мудрым способом производить не сможем и не можем. А все потому, что для дерева нужна теплица. А теплица — это, как ни странно, стекло, ядра автоматизации еще к тому же. Это очень непростой для нас сейчас крафт, поэтому пока что мы будем обходиться, я надеюсь, малой кровью какой-нибудь. Давайте сейчас все это попытаемся вывести вот на эту ситуацию. Будем вводить, конечно же, вот с этих вот ресурсов. Ну а по-другому просто у нас не получится. Медь у нас пошла замечательно, и нужно придумать способ, как сюда железо доставить, пока у меня ничего умного в голову не приходит, к сожалению. Костыли, конечно, наше все. Железо, получается, у нас теперь по линиям по этим пошло, и для производства нам не хватает только последнего ресурса, а именно дерево. Мы могли бы сюда доставить дерево, которое у нас уже имеется, но я не хочу так делать. Нам сейчас, по идее, нужно немножечко камня облагородить, хотя бы в полуавтоматическом режиме, начать добывать этот самый камень. И добывая камень, мы сможем его засовывать, получается, в дробилочки. А уже из дробилочек мы сможем доставать песок, который будем пережаривать в стекло, которое нужно на производство. Мне хотя бы этого, прям чуть-чуть стекла нужно, чтобы хотя бы просто начать вот это вот дерево производить. Так что я думаю, до промышленных масштабов нам очень-очень далеко, и не скоро мы это вообще все начнем производить в таких вот огромных количествах. Поэтому даже думаю, одной дробилки нам хватит. Так, дробилка у нас уже есть, она такая вот огромная, ну ладно. Это все производство у нас в любом случае отсюда уедет, я даже в этом не сомневаюсь. Это все очень-очень сильно временно, поэтому можем себе позволить немножечко подебилить. Главное, что пошел у нас песочек наш. И сейчас я хочу с помощью нашего мода рассчитать, какое количество печек нужно для того, чтобы его пережаривать. Получается, у нас есть одна дробилка, и всего 8 печек нужно для того, чтобы эту одну дробилку у нас, получается, обеспечить. Тадыщ, и получается, сейчас уголь пойдет у нас на эти печки, и останется проставить здесь только манипуляторы, которые будут уголь загружать, песок в печки доставлять, и стекло из печек вынимать. Ну и, конечно, ничего из этого не заработает без нормального электричества. Все у нас пошло, и пусть это все добывается пока что в обычный такой вот сундучок, без особых проблем.
все то, что не нужно, по камню я закинул сюда, я думаю, этих буров мне хватит, хотя давайте рассчитаем. У нас же есть такая волшебная штучка, как расчет. Получается, есть одна такая штука, и нужно 6 буров, а у нас всего 5 буров. Всего одного бура нам не хватило. Стекло у нас, кстати, здесь уже пошло, и мы здесь его аж 70 штучек уже имеем. За это мы сможем скрафтить уже 3 теплицы, пускай уже 3 штучки у нас будет. Скорые теплички — это не что иное, как коксовый уголь, на секундочку, да? А коксовый уголь — это всеми любимая сталь, которую мы с вами сможем в скором времени производить. Это замечательно и очень сильно меня радует. И возможно, вот на это производство и на остальное производство нужны совершенно разные теплицы. Поэтому вот сюда вот пока что, я думаю, размещу 2. Вот таким вот образом у нас здесь будут стоять и производить древесинку. Из них я хочу, получается, выкачивать всю древесинку, которая она у нас здесь пойдет. Будем, конечно же, мы ее объединять. И как раз-таки ввести, получается, ее нужно вот сюда. И для того, чтобы все это нормально шло, нужно воспользоваться мне здесь разделителями. Хорошо. Так вот, мы подключаем насос успешным образом к этим теплицам. И теперь мне останется только сюда подвести электроэнергию. Вода пошла, и теплицы начали работать. Я боюсь тем временем, что у нас большие просадки по энергии начнут. Хотя 300 киловатт жрут 2 теплицы. Я не знаю, как много сейчас они будут жрать у нас всех ресурсов. Меня это очень сильно беспокоит. В любом случае, я вам скажу так, что это все будет дублироваться. Как бы это ни было странно, это все будет дублироваться вверх. Вот таким вот образом. Возможно, у меня сейчас даже не хватит ресурса на то, чтобы это все построить нормальным образом. Я думаю, то, что потихоньку мои эти инвалидики справятся со всем объемом, который у меня здесь есть, и нормально все построится. Кстати, я недавно на ресурсах интернета подглядел очень интересный способ сортировки ресурсов, который я хочу попробовать здесь использовать. Как-то так он выглядит. Я даже, я думаю, себе небольшой чертежик сделать, как балансира. Вроде все я правильно на нем сделал, и теперь у нас вот эти 4 линии будут забиты оптимально. Так, этот чертеж я себе добавлю сюда, вот у меня здесь есть уже небольшие наработочки, которыми мы будем с вами пользоваться, которые нам сильно пригодятся, но это все нам пригодится гораздо-гораздо позже. Кстати, посмотрите, зеленые микросхемы у нас начали тем временем создаваться. Пока они у нас создаются, это замечательно. Главное для меня будет сейчас вот эти вот 2 линии вывести отсюда. Получается, я сейчас пущу на конвейер в любом случае их 4. Все правильно я говорю, но неправильно я делаю. У меня очень странный сейчас ход, конечно, мысли идет, но тем не менее, не сомневайтесь, что все это будет работать так, как должно и так, как это нужно. Здесь пойдут у нас пока что 4 линии вот наших микросхем. Все эти, получается, линии будут у нас идти, как ни странно, по 3 конвейерным линиям. До тех пор, пока мы не начнем производить красные микросхемы. Когда пойдет у нас красные микросхемы, вот эти вот 4 ряда превратятся в 2 ряда зеленых и в 2 ряда красных. И все у нас будет нормально. У нас сейчас не хватает сугубо только дерева. От дерева мы можем еще производить? Можем. Так, еще одну, получается, мы теплицу сделаем. И, не знаю, штучек 8. Нам нужно будет сейчас теплиц сделать. И вот эти вот 8 теплиц, получается, пойдут у нас на коксовый уголь, который мы будем использовать для производства стали. Теперь мне нужно сюда вот воду подвести, и все у нас будет хорошо. Теперь мне нужно, как ни странно, найти трубы. Это во-первых. А во-вторых, я хочу пустить заодно, пока я здесь, вот на эту линию, получается, немножечко ресурсов мне необходимых в плане микросхем. Потому что на моле, а вот это вот, как ни странно, и есть мол, потребуются эти самые микросхемки. Вот, вот так вот это должно выглядеть. То есть микросхемы выделяются именно на только вот на одну линию. Теперь я хочу найти производство труб. Ага, которого у нас нет, замечательно. Очень меня радует эта тема. Давайте сделаем небольшое хотя бы производство. Так, трубы у нас теперь здесь на моле производятся тоже. Я думаю, с ними проблем не возникнет от слова совсем. Сейчас нужно немножечко скопировать по рецепту теплиц. Трубы, кстати, у нас уже здесь произвелись. И производство дерева у нас тоже здесь пошло. Я думаю, то, что этого хватит. Хотя, давайте рассчитаем. Опять-таки, если есть такая возможность. У меня таких 16 штук. И на них нужно 6 теплиц. У меня здесь 4. Думаю, никто не обидится сильно на наше вот это вот безобразие. Пускай это будет так, мне не страшно, мне не принципиально. Главное, чтобы это все успевало выкачиваться. Электричество есть, трубы есть, лица стоят. Ура! Теперь у меня официально в неограниченных масштабах есть зеленые микросхемы. То это, если не полная и безоговорочная победа. Теперь нам нужно разобраться, во-первых, с железом, во-вторых, со сталью. Попытаться ее сделать, но для начала для стали нужен кокс. Но все эти проблемы мы будем решить постепенно. Хотя прежде чем прыгать в это, я думаю, знаете, что сделать?
У нас есть уже возможность производить эти микросхемы. На них не хватало нам только микросхем. А что нам мешает сейчас начать производить? Да ничего, собственно. У нас все уже готово. У нас даже готовы здесь вот эти вот пустые карты, которые я могу отсюда своровать. Так, конечно, делать нельзя, но если очень сильно хочется. Все, они сворованы. Смотрите, тут происходит такая ситуация, что складируется достаточно большое буферное пространство этих всех карт. Давайте сделаем небольшой буфер и красных карт заодно, раз они так складируются очень неэффективно. Я испугался, я подумал, сначала ко мне дроны подбежали, а это кусаки подбежали. Ах вы заразы такие. Получается, вот у нас вот так вот будут располагаться заводы подземными конвейерами, да, на них все будет доходить, если что, надо будет мне, я их продлю туда, это не проблема. И сейчас я хочу из них все выводить, конечно же, я буду делать это вот такими вот погрузчиками, которые мне безумно нравятся. То это я буду вот таким вот образом балансировать здесь и отправлять, конечно же, вон туда, вон. Все, готово. Подведено, по крайней мере, это все замечательно. И осталось мне подвести последний инструмент, которого у нас не хватает. Это микросхемочки. Все получается у нас готово. Все то, что необходимо, у нас уходит, получается, с основной шины вот сюда. Здесь у нас даже есть шестеренки. Пустые карты, я думаю, их хватит вообще, и над ними я не заморачиваюсь. Тем более, что это все очень легко масштабируется вот сюда. Вот у нас здесь места много. Все это туда, вот до бесконечности даже может масштабироваться. Сейчас я хотел бы последнее, что сделать еще больше вот этих вот заводиков. Нет, что-то слишком долгий крафт. Нет, я не готов. Так много всего крафтить руками, это просто очень тупо. Давай ты мне балочки здесь вот возьмешь и наклепаешь хотя бы немножечко в сучок. Я уверен, что у тебя получится это гораздо быстрее, чем у меня. Я в тебе верю, справляйся с этим. Кстати, посмотрите, как у нас замечательно все эти зеленые микросхемки пошли. Пошли они у нас, получается, по одной линии, пока что я их пустил. Вот к этим нашим лабораториям. Немножко очень неправильно, конечно, я пустил все это. Но зато у нас теперь все буры нормально добывают. Хотя бы большую часть железа. Это уже хорошо. Сейчас осталось доставить малую часть этих буров, которые могли бы здесь разместиться. Пусть они у нас пока все это хотя бы в полуавтоматическом режиме добывают. Это железо пусть у нас лучше хранится в сундуках лишний раз, чем вообще оно не будет нигде использоваться. Тем временем у нас изучились уже печки. Ура! Именно этими печками, я думаю, буду пользоваться, когда буду делать коксовый уголь. А! Только сейчас увидел. Что? Кто? Зачем? Ах вы ж собаки! Кто? Кто погрызли, а? Засранцы! Ну как вас еще по-другому назвать? Столб сгрызли даже. Два столба сгрызли. Собаки, а? На секунду я отошел. Почему ты их не убил, турелька? Мне вот здесь вот по-хорошему нужен еще какой-то уровень покрытия. Не знаю, давайте вот здесь вот какой-нибудь сделаем защиту. Чуть в нее патрончиков закинем. Не хочу я делать ничего такого сейчас грандиозного. В плане оборонки. Давайте сейчас немножечко еще пооптимизируем нашу базу. Прибежали жуки, меня вообще сбаламутили, сбили меня с толку вообще. Что я забыл? Что хотел, что не хотел, конечно же. Буры я, конечно, ставлю, а по энергии мы с вами приседаем. Посмотрите, у нас производство и обеспечение практически наравне. Нужно что-то с этим придумывать в скором времени. Я думаю, мы ничего другого не придумаем, как только большее количество паровиков поставить. По-моему, они как-то порезаны в плане производства, ведь они раньше, по-моему, больше всего производили, нежели сейчас. Потому что это вообще не дело. Вроде я меди теперь сделал побольше. По-хорошему здесь складик какой-нибудь вместить. Но стали нет. Главное, что у нас линия вся эта забита. И сейчас меди будет побольше у нас. Уже какой-то прогресс. И практически все я облагородил. И практически везде у нас сейчас есть буры, которые нам необходимы для производства. Здесь у нас железо скапливается даже на линиях безмерно. Да я думаю, даже можно еще одну линию пустить здесь. Страшного, и пускай склад у нас начинает заполняться, даже если у нас будет он с излишками, это будет хорошо. Это значит то, что у нас просто будут лишние ресурсы на переплавку. Лабораторию я достроил, у нас теперь должно это все гораздо быстрее производиться, но оно не будет. А все потому, что у нас не хватает энергии. Это все мы деконструируем. У нас сейчас вся база просто встает по производству. Конечно же, она встает, куда же она без этого. И я пока что думаю переезжать вот сюда куда-нибудь. У нас здесь есть много пространства, пока что не занято. У нас здесь будет мол, но он будет внизу. И, по-моему, это идеальная возможность здесь пытаться что-то придумать в плане автоматизации и производства. Радар, кстати, тем временем, пока я все это бегал, изучал, произвелся. Теперь мы можем разведывать территорию. Давайте его пока что здесь разместим. Главное, что сейчас будет делать, разведывать территорию поблизости нашей базы. И мы будем знать, где у нас находятся кусаки, а где их нету. И это мне поможет очень сильно, на самом деле. Так, паровые наши машины начали производить. Они производят чуть больше, чем
мы потребляем, конечно же. Этот самый пик продлится очень-очень долго, так что нам нужно сейчас немножечко сжать наши булочки и производить. Поэтому я и хочу начать массово производить эти самые бойлеры. По-моему, одного насоса хватает всего на 20 бойлеров. Сейчас надо посчитать, сколько у нас здесь их всего. Вот, по идее, вот до сих пор у нас бойлеры смогут обеспечиваться от одного насоса водяного. И, пожалуй, даже, я думаю, нужно будет здесь размещать еще один. Он дешевый и, в принципе, вообще проблем никаких не составит. Воду, по идее, я подвел. Должно ее хватать, я на это надеюсь. Сейчас, по идее, я посчитал необходимое количество паровых двигателей, и пока что, я думаю, этого хватит. Сейчас нужно немножечко пофакашить. Пока у нас это все скрафтится, можно было это все, на самом деле, разместить на мол, с помощью мола производить, но я надеюсь, в скором времени мы сможем отказаться от производства энергии благодаря пару, пользу солнечных панелей или более экологичного вида производства энергии. Я вижу то, что здесь жуки, здесь жуки, здесь жуки, здесь жуки, везде жуки, от которых нам... В скором времени настанет интернет, если мы не начнем что-то делать. И это делать, естественно, мы будем начинать уже в следующей серии. Следующая серия обещает быть безумно интересной. Ну а это, к сожалению, подходит к концу. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Ну а дальше только интересней.